Играем с подписчиком в Dead by Daylight. Случайно попался. Павел, тебе большой привет. Ну что ж, поиграем, ребят. Приятного вам просмотра. Let's go. Игра. Мясокомбинат Гедеон. Ну что ж, я готов. Конечно же, мы, скорее всего, со стрелком будем играть. Сколько я не играю, мне всегда стрелок попадается. Но это только в тестовом билде. Потом будет как обычно, я думаю. Ну, иногда будет встречаться стрелок. Я сам за него буду играть. Он мне нравится. Так, ладно, давайте уже сосредоточимся. Да, блин. Слушай, у нас... О, вон он. У нас, по-моему, неплохие сурвы, да? Там задом бегает. Финты творит. Молодец. Уже поймали. Нет. Дружище, беги. Ну, нахрена я это сделал? Вот нахрена я это сделал? Так, промазал. Да, это был самый глупый мой ход. Не стоит так делать. Но он был рядом. Если бы он отошел, можно было быстро его поднять. Сейчас мы будем долго восстанавливаться. Да, ребят, это я вам сейчас показал момент, который не стоит делать. Это было так глупо. Но повесить-то он в любом случае его бы повесил. Я как бы дал ему шанс, но себе сделал хуже. Ладно. Его уже снимают. Другую ложат, да вы издеваетесь. Капец. Походу это провал, ребят. Ладно, не будем. Не провал. Какой провал? Не провал. Сейчас мы подлатаемся, это только начало. Так. Раз. Четко попадание. Нам надо сейчас срочно заводить генератор, потому что мы фигней страдаем. Капец. Оп. Он меня не заметил? Воу-воу-воу. Он во второй раз по мне стреляет, не попадает. Ну, давай, стреляй. Не стал. Давай. Где ты? Ах ты ж, блин, зараза! Из виду пропал. Ползем. Так. Надо подальше отползти. К палетке. Давай к палетке отползем. Давай. Ребята. Еще одну положил. Выходит. Давай. Отлично! Отлично, ребятки! Хороша. Так, оп, промазал. Замечательно. Ой, ребятки, что-то у нас начало не очень хорошее. Надо срочно исправлять ситуацию. Сейчас нужно будет заводить генераторы. Я могу, в принципе, вылечиться. Ребята должны ее спасти. Так, я пока лечусь. Павел. А, это Павел, мой подписчик. Сейчас, дружище, потерпи немножко. Сейчас мы пойдем тебя спасать. Так, все. Все, любой ценой. Я уже рядом. А, его спасают, все, его спасают. Фэнгмин. Или не спасают. Какого черта? Он, наверное, там рядом тусует. Блин, я думал, Фингмин спасла. Ладно. Ладно, дружище, я здесь. Все. Теперь сваливаем. Я прикрою тебя. Давай, убегай. Беги. Я разберусь с ним. Да блин. Он что, не убежал, что ли? Зачем? Я же специально тебя прикрывал. Дружище, я же хотел, чтобы ты подальше отбежал. Надеюсь, и все будет хорошо. Может быть, у него осколок? Может, у него осколок, и поэтому он решил подставиться? Ну ладно, в принципе, это было странно. В любом случае, он его не поймал. Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Я сейчас подлатаюсь. Начнем уже завалить. Один завели генератор. Все, ребят. Вообще некогда даже лечиться. Сейчас надо по максимуму сделать. Все или ничего. Если мы сейчас не начнем заводить генератор, то все нам хана. О, ребята. Подписчика поймали моего. Но тут я уже не добегу никак. Да, дружище. Прощай. Славный был парень.
Ты же парень. Павел же парень, да? Ой, идет сюда. Так. Отбегаем. Подальше. Но я подхилиться до конца все равно уже не смогу. Может, аптеку потом найдем? Ну, сейчас... Сейчас немножечко подхилимся. Может, потом кого-нибудь встретим. Так. Осталось, ребят, осталось 3 генератора. Начинаем заводить. Фу. Может быть, там кто-нибудь дозаводит его? Я надеюсь. Срочно, срочно надо заводить, пока есть еще время. Настроя. Так, Фангвин отлично понимает, да? Чинит. Хилиться вообще некогда. Сейчас заведем, потом, не знаю, я попрошу подхилить, нет? Но в любом случае сначала надо завести. Где-то стреляет рядом, да? Поймал, блин! Жестко, жестко, конечно. А, выручать его пойдем сейчас. Но нам надо завести. А он даже... А, не, поднимает, поднимает. Сейчас мы дозаводим. Надеюсь, она меня подхилит, это очень важно. Так, подхили, подхиль, пожалуйста. Да, отлично, она поняла. Второй раз висит чувак. Сейчас пробуем спасти его. Давайте оббежим все это дело. Он где-то здесь. Он где-то... Вон, вижу. Так, осторожно, осторожно. По краю, по краю, по краю. Пошли дозавели здесь. Дружище. Так, я рядом. Отлично. Попробуем завести. Так, ушел, давай, все, заводим. Я думал, он сюда идет. По идее, он должен сюда прийти. Успеем, нет, завести. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Он рядом. Он здесь. Зараза. Отлично, отлично, завели. За мной бежит? Нет, не за мной. Чувак, надеюсь, ты спасешься. Ну, отваж до конца. Хорошо, что он промазал, да? Он мог попасть в меня. Поторопился чутка. Ребят, последний генератор остался. Чувака поймали, он сейчас сольется. Я не знаю, ребят. Просто чиню. Он вырвался, у него осколок, значит, да? Так, ну все, ребят. Заводим до конца, просто заводим. Он пока отвлекся. Будем заводить. Некогда другие... Сказать, хорошо бы, конечно, если бы... Еще мне кто-то бы помог. Но они, скорее всего, где-то в другом месте либо заводят, либо... Я не знаю, что они делают. Очень сильно надеюсь, что они заводят. Стреляет. Стреляет по кому-то, значит, гонится уже. Настрой, ребят, по которому у нас есть шанс. Надо заводить. Если что, у меня адреналин, ребят, я уже думаю. Думаю, план побега. Поймал. А-а-а. Ну все, это уже третий раз, да, его? Да, блин, он рядом со мной. Не так далеко, сейчас будет. Надо дозаводить по-любому, любой ценой. Давай, 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 давай. Вроде успеваю. Давай. Отлично, отлично, ребят. Ах ты, блин. Так, справа и слева, все, я запомнил. Я запомнил, отлично. Ах, зараза-то. Какая где-то здесь. Нет, все, ушел, кажется. Лучше не следить. Не будем торопиться. С какой стороны? Вон он. Прошел только мимо. Так, надо в другую сторону, наверное, бежать. Да, давайте в другую сторону побежим. О, боже мой, ненавижу эту лестницу. В том плане, то, что я люблю эту лестницу, а не знаю, где она находится. Не так часто я в эту карту играл. Путаешься, по значкам еще как-то ориентируешься. Блин, где эта гребная лестница? Слышу, слышу. Открывает, слышу, открывает.
Где лестница? Да, боже мой. Вот она, отлично. Все, ворота, ворота, выход. Вон, зараза. Что, даже меня не заметил. Я даже не заметил, ребят. Промазал. Найс. Отлично отыграли, ребят. Подписчика жалко. Павел, я старался тебя спасти. А, вон, смотри, он сидел, наблюдал за каткой. Нормально вдвоем спаслись. Вот это бесит, конечно, ошибка ранга. Так, может, попереписывались бы. Неплохо сыграли. Но могли лучше, вначале очень много тупили. Надо было сразу заводить генератор. Мы, блин, пробегали минуты две, да? Около трех минут пробегали зазря. Ладно, давайте еще разок сыграем. И снова, ребятки, нам попадается карта Мясокомбинат Гедеон. Ну что ж, это судьба какая-то прям. Нужно научиться вертеться. Я вот плохо верчу, сделаю 180-360. Ну-ка. Ну так себе, да, такое? Не умею я вертеться, не умею. Ну что это такое? Во. Вот, ну как-то так, да? Это вообще плохо. Так, ладно, сейчас голова закружится. Давайте, давайте чинить. Выберемся отсюда как можно быстрее. Учиться лучше, конечно, не в матчах. Учиться лучше с друзьями. Можно побегать, помонтить, потренироваться. Это самое то. Сейчас быстренько втроем заведем генератор. Блин, кладеточка. Ну что ж ты так-то? Чем больше сорвов, тем больше шанс запороться. Ай! Ребят! Вы чё? Все такие разошлись, я один чиню. Ну, чё ты? Да, крутанулся, конечно. Крутанулся знатно. Чё, он пойдет меня ловить? Ладно, я его поотвлекаю. Наверное. Чё, отстал, кажется? Вон он, смотрите, вон он. Вон Хельсинг, ё-моё. Ладно, хиляемся. Он её потерял. Даже, может быть, не будет искать. Ну, один завели, нормально. Нормально, ребят, быстро завели. Старичка-то. Пока что неплохое начало. Главное, чтобы вас не повесили. Это очень важно. Да, конечно, стоит потренироваться. Вертеться. Часто это может жизнь спасти. Так. Ладно, ладно, все, все. Бежим. Это подумает, вот зараза, смотрите, какой тут развлекается, а? Тут ничего нету. Куда ты меня привела? Ё-моё. Ладно, хватит тупить. Пора бы заводить. Она тоже ничего не знает, где тут генераторы. Бегает. Классно. Классно кричит, когда падает. Там уже завод, ряд, почти завели. Давай посмотрим. Одна ТТМ очищает, другой ковыряется в сундуке, а третья чинит генератор. Самая умная третья. В смысле, командная. Не самая умная, но самая командная. Да, конечно, заводить тоже надо. Очки очками, но завести... Генератор, чё он стоит? Он прислушивался, а чинит кто-то или нет. Так, ладно. А тут никто не заводил. Их уже спугнули. О, ё-моё. Ё-моё, ладно. Промазал. Уху. Нормально, нормально. Живем. Ну-ка. Ать, промазал. Хорош, хорош. Надо в тайминг прям попадать очень хорошо. Когда он целится, резко поворачивать. Ну далеко, далеко. Блин, не будет стрелять. Все равно опасно. Издалека тоже может попасть. Где он? Ой. Вообще промазал. Ребят, вы там заводите, нет? Капец, я тут бегу, устал уже.
Надеюсь, ребята там заводят. Вон он, вон он. Идет за мной. Отлично. Один завели. Опасно. Не целится. Вот тут будет целиться. Ах ты ж, блин! Давай, давай, давай. Не получится. То гребаный тупик. Ну как? Ах ты ж. Время. Не выиграл время. Время не выиграл. Тупичок гребаный. Бежим, бежим, бежим. Нормально, пока что нормально. Где он? Плохо контролирую. Чаще надо... Да блин, не уследил. Ну все, ну все, все. Все, положили. Нормально мы пробегали так. Хорошо, хорошо было. Сэкономил время. Мог бы лучше, конечно. Надеюсь, кем переть он меня не будет. Уху-ху-ху-ху. Уходит. О, молодец. Владычек, спасибо тебе. У меня так-то одолжение времени. Хотя пофиг. За мной. Все, уже нет никакого одолжения. Надо подальше оторваться от него. Я могу... Блин, могу подхиляться. Наверх. Надо прям отстать. Отстать от него надо. Валим, 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 валим. Уж кажется... Кажется, Ах ты ж, смотрите, зараза! Я думал, оторвались! У него радиус террора маленький, ребят. Не услышишь. У него такой средний радиус террора. Не маленький, но средний. Радиус террора. Примерно как у Аннушки. Чуть-чуть, по-моему, побольше. Я уж не помню. 24, по-моему, у него. У Анны 20, не ошибаюсь. Я могу ошибаться, ребят. Я что-то часто в последнее время ошибаюсь. Так, все, харе, ошибаться, завязывай. Рану на животе. Так, ладно. Шутки шутками, пора сматываться. Тут нифига нету. Тут заводит, за стеной заводит. Я уже рядом. Ах, ты ж положил. Потому что нормально, в принципе, играем. В смысле ты за... Почему? Он взял, ливнул, капец. Чувак. Нахрена, я понимаю, ты его убил, ты все такое. Боже мой, а почему он ливнул-то? Какого черта? Не захотел играть? Мол, тебя поймали сразу ливать? Ну что за... Блин. Последнее время срывы такие стали противные. О, отличненько. Ну в том плане, ребят, не стоит ливать. Не поставляйте команду. Вы делаете всем плохо. И команде, и маньяку, и самому себе. Поэтому лив это очень невыгодно. Вы только время зря потратите, блин! Охренеть, он... Ах ты ж, зараза такая, он снизу, снизу шел. Жестко. Жестко, жестко, жестко. Идем другим воротам. Он за мной прям. Прям за мной. Надо следить, следить, ребят. Против стрелка нужно контролировать его. Все, все. Финиш. Ах ты ж не финиш. Нет, 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 нет. Ну блин, фейл. Давай, ползи. Давай, 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 немножечко. Блин, задница, просто задница, ребятки. Капец, ну это фейл, конечно. Зараза такая. Отпусти меня. Отпусти, кому говорят. Ну все. А сейчас будет кемперить, нет, нет. Ну. Она уже идет ко мне. Давай, 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 родная, давай, давай. Ах ты молодец, ах ты хорошая, молодец, просто красавица. Валим, теперь валим. Теперь просто валим.
Вот Кладочка молодец, прям. Просто красавица. Отлично. Хорошо сыграли. Маньяк тоже хороший. Плохой был единственный, кто ливнул. Нахрена ты ливнул? Зачем? Легко бы спасли его. В общем, я таки спасибо за просмотр. Там за лайки, за комментарии. Будет еще много серий. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока.